Так, добрейшего утречка. Запись включил. Традиционно минутку-две максимум даю на сборы, на подключение. И дайте мне знать, есть ли звук, видео. Хорошо ли слышно? Есть ли у вас чай? Там можно в Телеграме руку поднять, в ВКонтакте кинуть сердечко. Хорошо. Увидел. Ну, вчера я начал. Мы начали вместе. Целых 8 было подходов серии коротких пранаям. Рекомендую потом, рекомендую это занятие сохранить где-то и повторять. Ну, в общем-то, повторять. Это практика на каждый день. Сегодня мы сделаем хорошую разминку и 8 вот этих подходов превратим в 4. И сделаем еще примерно 4 серии, может быть, даже 5. То есть мы сделаем из двух занятий такую расширенную серию, такую серьезную коротких пранаям. Я понимаю, что онлайн это тяжело передавать, но тем не менее, как я уже выяснил в голосовании, в общем-то, большинство опытных, но новички есть, но сори, новичкам. Вот я когда-то тоже был новичком, вот я вчера делал обзор небольшой того, что у меня вот прямо на столе лежит из книг. Сейчас я хочу сделать и прокомментировать ту статью, которую я разместил на канале, вот Дениса Зыкеева, откуда она взялась. В 2005 году вот такой журнал появился на свет. Я, собственно, пусть не косвенно, но имел отношение к этому журналу. Это журнал Андрея Владимировича Сидерского, у которого я тогда учился. И, в общем-то, в этом журнале даже можно найти фото тренировочных процессов, где, ну, там не видно будет, вот картинка внизу, где у меня, я тогда еще даже не обрился, еще я как бы начинал только, самое начало. Ну, то есть, потом я перестал носить волосы, ну, по образу и подобию учителя. Вот. В этом журнале вот первый выпуск, восьмой выпуск, второй выпуск у меня есть несколько выпусков, я нашел. Это было на то время единственная достоверная для меня лично информация, которой я доверял. Соответственно, каждый выпуск ждали с нетерпением. И в каждом выпуске было такой сгусток информации. Вот начало. Хатха-йога Прадипика. Перевод Сидерского. Йога. Что такое йога? Андрея Сидерского. Йога без купюр. Денис Зикеев. Я его публикую на канале. Расслабление. Значение расслабления. Дон Карлос Альберто Мигель Перес. Есть такой президент Европейского йога-альянса. Удияна. Пошаговая инструкция. Голтис, горец, рассказывает о своих похождениях. Про Голтиса, по-моему, я тоже говорил. Йога и здоровье раздел есть. И так далее. Беременные. Дышите, не дышите. Пранаямы. И все это было истина в последней. И осталось для меня. Я сейчас ее перечитываю и понимаю, что вот мой фундамент был. Фундамент. Фундамент был личное общение с учителями и вот такие журналы. Сейчас в интернете, наверное, сложно найти что-то стоящее. Оно как бы все в красивой обертке. Ну, как этот журнал тоже в красивой обертке. Вот. Все в красивой обертке. И каждый там харизматичный спикер что-то вещает и непонятно, куда идти. Ну, на мой взгляд. Вот. Начнем. Все. На этом все с информацией. Начнем заниматься. Начинаем с улыбки. Ко всему, конечно же, относимся
с юмором. И как только мы начинаем серьезно относиться к себе, к практике, к тому, что мы делаем, к своей жизни, то сразу же наступает грусть, печаль и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь ко всему легко, с юмором. Ну, то есть мы учимся, вот эта внутренняя улыбка, она также нас учит над собой смеяться, над своими, ну, так называемыми плюсами, минусами. Просто такой, вот я такой, как есть. И хочу быть таким, как есть. Я не хочу маску надевать тут. Давайте прикроем глазки. Улыбнемся. И если еще не улыбались. И вот эту вот улыбку чеширского такого кота помещаем в глаза. Глазами улыбаемся. Серединкой головы, затылком. А давайте по энергетическим центрам пойдем. Серединка головы. Потом у нас горловой центр, вот который у меня сейчас активно очень работает. Область горла. Улыбнитесь этим местом. То есть мы насыщаем каждое, вот этот наш энергетический центр вот этим ощущением легкости и радости. Как бы расправляя его, давая возможность дышать и всему случаться вот в этом центре сейчас. Центр грудной клетки, сердце, сердечный центр, анахата. Ага. Потом наш центр воли, центр различных манипуляций, манипура, живот. Вот район солнечного сплетения, он такой всегда жесткий, да, у нас? Такой жестковатый, надо его размягчать, пусть все тоже протекает, случается, и позволить всему быть. Улыбаемся. Позволить себе быть счастливым, жить в изобилии во всех областях. Давайте дальше. Сексуальный, так называемый, центр. Центр таза. Ну, понятно, по расположению, да? Улыбаемся центром таза, половыми органами, низом живота. Помещаем туда улыбку. И наш фундамент. Обычно мы с него начинаем. Сейчас вниз пошли. Сверху вниз. Фундамент. Мула, банха. Корневая чакра. Корень. То есть корень от слова корни, да? Мы пускаем корни в землю. Улыбнулись самым низом промежности. И чем еще не улыбались? Давайте улыбку над макушкой, сахасрара. Наша связь, антенка. Улыбочку над головой поместили. Ну еще в плечи. Давайте в плечи. Локти, ладошки, плечи, локти, ладони, тазобедренные суставы, колени, стопы. Хорошо. Ладошки. Начинаем. Разминка сегодня будет небольшая, чтобы у нас хватило времени на пранаяму, на серию. Она очень важна. Вообще дыхание отделять просто отдельно, давайте запястье, отделить дыхание от всего остального, ну, наверное, глупо, да? Это все в комплексе. Мы дышим всегда 24 часа в сутки, с первым вдохом начинается жизнь. Соответственно, если мы через дыхание в техниках пранаямы получаем некую энергетизацию, наполнение и вот это наполнение, мы можем с ним что-то делать. Почему бы это не делать в повседневной жизни и не дышать в ресурсе, и не быть в ресурсе просто в повседневной жизни? Для этого нужно наблюдать за тем, что происходит. То есть быть внимательным, наблюдательным к себе. Давайте встаем дальше. Кисти, локти разминаем. Угу. Встряхнули. Плечи. Вдох-выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Другую сторону. Раз. Два.
Три. Четыре. Хорошо. Правый локоть вверх, бок потянули, вдох. Выдох. Левый. Вдох. О, выдох. Все время в ощущениях находимся. Локоть, потом рука. Вдох. Выдох. Локоть, рука, вдох. Выдох. Хорошо. Весь позвоночник опираемся на бедра. Весь позвоночник вытягиваем вперед, чуть наклоняясь. То есть не обязательно глубоко наклониться. На прямых руках оттолкнулись. Дышим, вдох. Вытянулись. Выдох. Хорошо. Теперь макушкой упираемся в небо. Копчиком цепляемся, да, нашей мула банхой, корнем нашим цепляемся за землю. И стопы тоже у нас, через стопы такие трубочки идут по костям. Тоже потоки зацепились за землю. Плечики расправили. Через руки мы общаемся с миром, да, через сердце. Вот у нас руки, сердце, да. Хорошо. Шейный отдел. Подбородком начинаем рисовать вот такую тарелку, как будто по тарелке катаем. Раз. В плоскости, параллельно земле. Три, четыре, пять. Обязательно уводя назад. Шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Боковое вытяжение. Посмотрели вверх. Боковое вытяжение. Посмотрели вверх. И теперь рисуем восьмерку. Восьмерку. Хорошо. Меняем направление. Боковое вытяжение. Посмотрели вниз. Боковое вытяжение. Посмотрели вниз. Восьмерку рисуем подбородком. Все это уже делали. Я меньше объясняю. Если новенькие пришли в эфир или в запись, то нужно еще эфиры посмотреть с объяснялками. Хорошо. Котовья яма. Облизываем свою шерстку на груди. Раз, два, три, четыре, пять. Киваем. Раз. Как это? Швейная машинка, да? Пять. Теперь левая. Раз. Облизываем. Три, четыре, пять. Киваем. Раз, два. Назад возвращаемся. Три, четыре, пять. Правая. Раз, два, три, четыре, пять. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять. Руки через стороны. Вдох. Замок поставили, соединили в замочек, на затылке соединили ладошки и толкаем голову вперед и вверх. Вперед и вверх руками, а затылком сопротивляемся. Дышим, вдох, выдох, всю спинку включаем, разгибатели шеи, стабилизируем шейку, вдох, шейный отдел, выдох. То есть очень хорошее упражнение для компьютерщиков, вдох, для всех, кто выдох. Ну, для всех, потому что кушаем тоже с такой спиной, ходим со смартфонами. Ну, все это тоже много раз проговаривал. Толкаем лоб назад, сопротивляемся, вдох, выдох, вдох, выдох, толкаем, вдох. Отлично, отпускаем, чувствуем, как включились мышцы спереди, сзади, в височную область толкаем, сопротивляемся, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, мышцы боковые почувствовали, хорошо, можно немножечко их расслабить, у нас обязательное расслабление после напряжения, и вторую, с другой стороны, в височную область. Прижимаем эту мышцу виска. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Вдох. Отпускаем. Выдох. Почувствовали легкость в шейном отделе, опустили голову вниз и несколько кругов. Раз. Два. Три. В другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Таз захватываем. И сразу и тазобедренные чувствуем, и позвоночник. Ага. В другую сторону. Хорошо. Правой ножкой. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Стопа. Круги рисуем. В другую сторону. Угу. И носочек ноги на себя, от себя, по кругу, в одну сторону, по кругу, в другую сторону. Встряхнули ножку. Вторая нога. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Ага. Колено. Стопой рисуем круг в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Ножкой. Стопой в голеностопе сгибаем, разгибаем, сгибаем, разгибаем. По кругу. По кругу. Ага. Встряхнули. Попрыгали. Попрыгали. Вот, все встряхиваем. С одной ножки на другую. Двумя. Двумя. Очень хорошая тема. Прыгать аккуратно, мягко. Теперь пальцы растопырили, сжали. Растопырили, сжали. Давай вместе. Вместе. И руки, и ноги. И кисти, и стопы. Растопырили, сжали. Растопырили, сжали. Угу. Пальчики растопыриваем на руках и на ногах. Сжимаем, растопыриваем, сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Хорошо. Теперь встаем сзади и создаем движение, поджимаем, вот кто подключился только что, сжимаем, пальчики поджимаем и создаем такой шаг на длину, вот сжимание стопы и такой мягенький удар в пол. Аккуратнее с соседями. Я думаю, вот эту минутку потерпят. Утренний будильник такой. Ну, сейчас уже не рано, сейчас уже почти 7 часов. Если мы стремимся, ну, к некоему хорошему такому состоянию, здоровому, то, конечно же, ранние подъемы – это неотъемлемая часть. И еще покрутимся. Покрутимся вокруг своей оси. Хорошо. Все, начинаем. Все сбросили. Итак, вчера было 8 подходов. Сегодня будет то же самое в 4. В 4 цикла. Первое. Соответственно, мы капалабхати и бхастрика объединяем в один цикл. Сейчас внимательнее. Я все буду говорить, все диктовать. Новенькие. Просто пробуем повторить. Первое. Капала. Пхати, сияние, сияющий череп, прочистка структур головы, если что. Также прокачиваем дыхательную систему. Фактически диафрагмой мы делаем вот такие толчки. Диафрагмой
дыхательными мышцами грудной клетки, ну и мышцы живота здесь тоже участвуют в данном случае. То есть нам нужно резким сокращением, ну, определенных мышц сделать выдох, а вдох он произвольный. Раз в секунду, поехали. Хорошо, сделали вдох. Бхастрика, выдох. С руками. Следующая. Задержка на вдохе. Делаем вдох. Не дышим, щеки надуваем, плечевая помпа, руки прямые. Да, вдох, руки подняли как насос, выдох со звуком ха. Давайте каждый выдох ха делаем быстро, энергично, языком тянем вниз, глазами вверх. Второй подход, плечевая помпа. Сделали вдох. Щеки надули. Да, вдох. Третий вдох. Щеки. Да, вдох. Хорошо, сделали вдох. И втянули живот со звуком ха. Сложились. На вытянутых руках встали. Сначала отпустили живот. Ножки вместе, руки через стороны, вдох. Восстанавливаем дыхание. Уджайи дышим, выдох. Уджайи пранаяма, вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе, вдох, восстанавливаемся. Если появляется головокружение, может быть такое. Мы шею размяли, но все равно, если появляется головокружение, подбородок на себя и присели. Или легли. Хорошо? Падать не нужно. Договорились? Ноги ширина таза. Капалабхати чуть-чуть побыстрее. Хорошо. Бхастрика. Полный вдох, полный выдох. Плечики развернули. Свернули. Хорошо. Выдохнули. Сделали вот такого буратино. Нос, ноздри зажали. Сделали вдох. Ртом. Щеки надули, подбородок на грудную клетку, плечи расслабили, приседаем. Да, вдох.
Выдох со звуком Х. Агнисара Дхаути. Хорошо. Ножки вместе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Давайте, чтобы восстановиться, если все делаете вот вместе со мной, то надо больше восстанавливаться. Вдох. Замедляемся. Выдох. Вот мы сейчас за два раза сделали 4 последовательности. Вдох. Выдох. Третье. Понятен принцип, да? Сначала капалабхати, потом пхастрика. Пхастрика с телодвижениями идет, дыхательных мышц. Потом задержка после вдоха, задержка после выдоха. И восстановительное дыхание уджайи вьяяма. Вот такой принцип. Капала, хати. Хорошо. Пхастрика животом. Можно руку на сантиметр от живота поставить, чтобы как бы животом начинать доставать на вдохе ладошку. Хорошо. Отпустили, сделали вдох. Остановили дыхание, надули щеки, руки вперед крутим. Да, вдох. Выдох. Втягивание живота. Отпустили живот, ножки вместе. Руки раскрываем. Вдох. Грудную клетку растянули. Выдох. Вдох. Про манипуляции с животом много раз говорил. Сначала осваиваем просто удияна в банку. Если и агнисара дхаути. Если это освоено, пробуем дальше идти в сторону брюшного жгута, выделение брюшного жгута, наули, вдох, выдох. Я иногда на семинарах, на занятиях, ну то есть это надо посетить лучше какой-нибудь ретрит, мы там частенько это разбираем, как сделать наули. Ну по запросу опять же, потому что не у всех освоено хорошо удияна. Фактически это тройной замок. У нас мышцы промежности и мышцы
в районе горла тоже поджимаются. Это три банха. Хорошо. Так, четвертый подход. Капалабхати чуть-чуть побыстрее еще. Хорошо. Теперь капалабхати имеет еще два параметра. Это мощность и частота. Ну, частоту я сказал, чуть-чуть увеличиваем. Мощность тоже. То есть мощность, количество выдыхаемого воздуха тоже увеличиваем. Ну, чтобы у нас дыхалка прокачивалась, чтобы в мозг шла вот эта струя воздуха, ну, била вот сюда, в пазухи, чтобы мозговая жидкость начала двигаться, чтобы эффект был лучше. Пхастрика. И животом вперед-назад двигаем. И разворачиваем плечи вперед-назад. Давайте. Пхастрика. Вдохнули, перестали дышать, щеки надули, руки назад крутим. Хорошо, да, вдох, выдох, втягивание, ножки вместе, восстанавливаемся, вдох, выдох. Наблюдайте, как состояние поменялось, вдох меняется, каждое мгновение выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Вот мы сделали 4 таких мощных достаточно подхода. Следующее. Следующее делаем лестницу. Прокачиваем тему Удьяны Банхи. Делаем Удьяны Банха вот в таком положении. Вдох, выдох. Втянули живот, держим. Итак, 5 раз. Первый раз. Сейчас будет сложно, наверное, некоторым, поэтому можете сокращать. Первый раз будет 5, второй раз секунд задержка, всего лишь 5. Второй раз 15, второй раз 10, третий раз 15, четвертый раз 10, пятый раз 5. То есть мы идем сложнее, легче. Но подряд, подряд, то есть такое нагнетение будет. Это будет 5-й подход серии коротких пранаям. Поехали. Вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Пятнадцать секунд.
Вдох. 10. Вдох. 5. Хорошо. Ножки вместе. Восстанавливаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующий этап это у нас йоговские приседания с выдохом ха. Вдох. Смотрите. Вдох, 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 выдох. В ускоренном варианте. То есть мы делаем вот так полный круг, раскрывая грудную клетку, приседая, поднимаясь, руки поднимаем как насос и делаем выдох. Пробуем, кто первый раз, особенно внимательно смотрите. Поехали 10 раз. Вдох. Восстанавливаемся. Ножки вместе. Ручки в стороны. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как кровь загуляла. То есть мы как насосом прокачали всю сердечно-сосудистую. Ноги это у нас насосы. Мышцы ног. Дальше спокойно дышим, пяточками постучали. Да вытряхнем кровь вот снизу. Хорошо. И следующий очистительный цикл очистительного дыхания. Делаем вдох и выдох ступенчато через вот рот вот такой трубочкой. То есть с сопротивлением выдыхаем воздух. Два подхода подряд будут. Ну, первый. Три дыхания. Руки сначала вверх, вдох. Вытянулись. Выдох. Вдох. Вдох. Перевдохнули. Задержали дыхание и надули щеки, хлопаем лопатки. Да, вдох. Выдох. Ножки вместе. Восстанавливаемся. Вдох.
Уджайи, Вьяяма. Дыхание Уджайи. Выдох. Вдох. Это достаточно мощная практика, если все получается, вот как я говорил, я думаю, вы это почувствовали. Вдох. Вообще, пранаямные вот эти все практики рекомендуется под присмотром делать. Но данный комплекс, он развивающий, он развивает дыхательную систему. Это подготовка к пранаяме. Выдох. Поэтому должно быть более-менее безопасно, то есть без крыши сдвигания. Так, второй подход, вернее уже 6, 7, 8 подход. Восьмой подход, опять очистительное дыхание, но уже руками двигаем, руки через стороны вверх, вдох. Развернули ладошки и ступенчатый выдох. Вдох. Вдох. Хорошо. Делаем вдох. Задерживаем дыхание. Щеки надуваем. И обе руки вверх, вниз. Хорошо. Да, вдох, выдох. Ножки вместе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сначала коврика ставим, руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Правой ногой отшагиваем, колено в пол. Колено в пол, потянули, вдох. Выдох, собака головой вниз. Колени в пол, вдох. Прогиб. Выдох. Фланки. Фланки, вдох. Опускаемся на живот, выдох. Ребрышки поставили, вдох. Ручки справа-слева. Красиво держим. О, выдох. Собака головой вниз. Правой ногой вперед, вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. То есть мы уджайи, вьяяма продолжаем. В асанах, как это должно быть, вдох, уджайи, выдох, дышим, восстанавливаем дыхание. Левой ногой отшагнули, вдох, выдох. Кошка, вдох, планка, выдох, планки, вдох. Опускаемся на живот, выдох. Ребрышки поставили, вдох. Выдох. Собака головой вниз. И левой ногой вперед. Вдох.
Выдох, наклон. Вдох, поднялись. Выдох. Ручки перед грудью. Опустили все. Глазки прикрыли. Стоим. Покачиваясь. Чувствуем опору, чувствуем ось. Позволяем телу, как бамбук качается на ветру, двигаться во все стороны. Хорошо, так, смотрю время. Есть еще что подышать, мы продолжим завтра. Оказывается, можно еще 4 подходика сделать. Ну, примерно. Ну, там они все более и более сложные будут. Поэтому осваивать, конечно, нужно простое для начала. Давайте так сделаем. Если нужно полежать, лежите самостоятельно в шавасане, чтобы на это время вот в эфире не тратить. Если есть какой-то вопросик, можно зайти в чат. Вот в чат, который у нас создан, да? Не чат, а вот то, что я написал утром. Если там в комментариях появится вопросик, я отвечу. Можно такую обратную связь держать прямо в эфире. Кому нужно туда на работу, тогда, ну, в общем-то, закончили на сегодня. Если вопросиков не будет, тогда я завершаю эфир. То есть можно, ну это новый формат будет у меня после каждого эфира. Если есть что-то непонятное, какой-то вопрос, любой можно задать, я могу его развить. ВКонтакте можно написать в комментариях, в Телеграме можно написать под последним постом, который я в группе написал. Вот этот. 6 утра, 6:30 в прямом эфире, ля-ля-ля. Вот, хорошо. Тогда отдыхаем, пьем чай, кофе, готовимся ко дню своему. И не забываем запускать свое состояние в свои дела, в свою улыбку, свою внутреннюю улыбку, свою энергию, которую мы надышали, в свой прекрасный день со всеми встречами с прекрасными людьми. И продолжается моя рекомендация улыбнуться каждому, кого вы встретите. Кого вы встретите на пути сегодня. Каждый встречный дарим улыбку. Каждый встречный дарим улыбку. Таким образом формируем такой себе новую рефлекторную дугу, образуем улыбаться, просто ну, дружественность, проявлять дружелюбие, даже если вы встречаетесь с не очень приятными какими-то людьми. Вот. Поднимите руку, не вижу комментариев, поднимите руку, кто готов, кто был в эфире, чтобы я видел, что можно завершить. Да, Натали, спасибо, Катя. Все вижу, ВКонтакте тоже все увидел. Всем пока. Завтра будет продолжение, и напишите, нравится ли именно пранаямные техники, они очень мощные, я почти каждый день делаю и очень рекомендую, и готов просто вот все эфиры делать с этой пранаямой, ну и разбавлять немножечко асанами. Все, напишите обратную связь, пока.